Пустующее муниципальное жилье. Есть ли оно в городе и когда его смогут получить горожане, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий? Эти и другие вопросы обсуждали на очередном заседании комиссии столичного горсовета по законности. Нам было дано поручение не распределять жилье до утверждения списков граждан. Списки сегодняшние утверждены, но они еще не опубликованы в средствах массовой информации. После того, как они будут опубликованы, мы уже в дальнейшем будем принимать решение по распределению данного жилья. До этого года в городе было 25 очередей на улучшение жилищных условий. После решения июньской сессии горсовета их стало 3. В общей сложности в очередях на получение жилья сегодня стоят порядка 1600 человек. Напомним, что свободное жилье распространяется в соответствии с существующим положением. Оно предусматривает первоочередной, внеочередной и общий порядок распределения квадратных метров. Комиссия по законности запросила дополнительную информацию по отдельным вопросам и вернется к их рассмотрению уже в пятницу.